Образцовый хореографический коллектив «Вояж» снова в числе победителей. В эти выходные ребята вернулись с открытого первенства Центрального федерального округа по современному танцевальному спорту с призовыми местами. Соревнования среди танцоров проходили 2 и 3 ноября в Тамбове. В первенстве приняли участие хореографические коллективы из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода и городов Тамбовской области. Количество участников превысило 2000 человек. Наши ребята разных возрастных групп выступали в 5 дисциплинах. Удачным стал дебют самых юных танцоров коллектива «Вояж». Танец «Карандаши» занял на первенстве 2 место. Выдержав серьезную конкуренцию, наши ребята старших возрастных групп заняли 4 первых места. Коллекция наград «Вояжа» пополнилась новыми грамотами и кубками.